Всем ассаламу алейкум, друзья, коллеги, как вы? Как у вас дела? Ну что ж, друзья, время у нас 5:50, время 5:50. Начинаем смену с утра до обеда и вечером выскакиваем на 5 часов тоже. С 7 до 11 часов ночи. Вот эту лайбу я продаю. Кому интересно, пишите. Обсудим, что к чему. Вы прекрасно знаете. 19-й год. Лухари Лайн комплектация. 3 650 000 отдаю. Завтрак. Банана. И кофе. Поэтому, кому интересна машина, пишите, звоните. Как вы, друзья мои? Блин, вчера холодным попил, у меня чуть горло болит. 5:53. Начинаем смену с постоянником. Еду к нему. Его отвезем в Москва-Сити. Сейчас я вам покажу красоту Сити. Вот такая вот картина. И вот такая тоже. Поставил машину, блин. Поливалка, не знаю, 3 раза, что ли, прошлась. По машине. И вот загрязнилась конкретно. В общем и целом, такая вот тачка. Кто знает, тот знает историю. Что к чему. Салон в хорошем состоянии. Туда-сюда. Люк-шнюк. Короче, звоните, пишите мне в Телеграм, пообщаемся. Сейчас надо будет помыть ее. Три миллиона 650 000. Что я могу сказать? Начинаем утреннюю смену с утра до обеда. В таком вот прекрасном виде. Еле-еле доехал, конечно же. Почему? Да потому что я в 2 часа лег. Получается 3, 4, 5. 3,5 часа спал. Это очень мало. Но у меня были на это причины. Резина в хорошем состоянии. Не идеальном, но в хорошем состоянии. Так, что, погнали на моечку. Быстренько сейчас ополоснем. И уже стартанем. 145 138 километров. Друзья, если вы ищете надежный парк, то я вам рекомендую Эксперт парк. Почему? Да потому что они из крупнейших парков, которых я встречал и в которых я работаю. Знаете, на данный момент сколько у них заказов выполненных? 19 миллионов. Я сейчас вот сюда скриншот поставлю. Эксперт парк — крупнейший партнер Яндекс доставки, такси, а также сотрудничает с Яндекс едой. Если вы хотите работать легально и ищете надежный парк, то я вам рекомендую Эксперт парк. Сниженная комиссия 40 рублей в сутки. Моментальные выводы, 4 способа вывода. Выбирай, который именно подойдет тебе. Бонус. Приведи друга, 1500 рублей в кармане. Поддержка работает у них круглосуточная, я сам лично проверял. Также есть возможность работать как физлицо с комиссией парка. 50 рублей в сутки, напоминаю, 50 рублей в сутки. Если не работаете, не снимают. Переходите на сайт Эксперт парк, звоните, уточняйте. Так что все ссылки в описании, дерзайте. А мы что, погнали дальше работать? Вот Яндекс, да, по утрам поблажку дает пассажирам. Перовское шоссе, 6,5 км. Не берем. А что я хочу-то сказать? Одинаковые ценники К+ и бизнес. Практически там разница 50 рублей. Представьте себе. Конечно же, кто будет заказывать, смотреть там ценники. К+ столько. А бизнес прям намного выше. Прям на 50 рублей. Конечно же, заказывает бизнес, а потом начнется качели. Почему так, почему зяк, вот это все. У меня вчера пассажир был. Так, Комсомольская площадь. Ну, берем, поехали. Этот пассажир был вчера.
Сейчас, секундочку. На 600 рублей, 650 рублей поездка. 10 или 15 минут ехали. Он по дороге пил кофе. Попил кофе и оставил в подстаканнике. Вот как вы думаете, это нормально с его стороны или нет? Напишите в комментариях. Я, безусловно, промолчал, ничего не сказал. Я бы мог бы сказать, да, там действительно, там, заберите свой мусор. Как бы, у меня не мусорное, как бы, ведро, да? Но, с одной стороны, я так подумал, блин, зачем мне лишний раз конфликт? Вот как бы вы поступили, вот мне, скажите, пожалуйста. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение. Напишите по-братски, как бы вы поступили. Угу, жду. А тем временем получаем заказик, Комсомольская площадь, Ленинградский вокзал. Ну, площадь 2, это у нас Ярославский вроде бы, а 3, это точно Ленинградский. Уже 5 минут, 6 минут, написал, не отвечает. Здравствуйте, вы поедете? После того, как вы написали, нужно будет позвонить, если не возьмут трубку, потом написать. К сожалению, не смог дозвониться или дописаться, да, ну, то есть дозвониться. И я вынужден отменить заказ. После этого вам придет компенсация. Если вы эти действия не сделаете, то вам не придет компенсация. Поэтому имейте в виду, прежде чем отменять, надо написать, потом позвонить, потом еще раз написать. Это у нас Украина. Гостиница Украина. 3 гудка. 3-4 гудка, чтобы, ну, пассажира не отвлекать. Алло. Алло, подождите, пожалуйста, 2 минутки. У меня спускают вещи с номера, я выхожу. Хорошо, я жду вас. Интересно, друзья, скажите мне, пожалуйста, с каких пор из Казанского вокзала едет поезд до Питера? У девушки указан, короче, Казанский вокзал. Вот. В ходе разговора говорит то, что... У нас, типа, отъезд из Казанского. Я ей говорю, точно? Она говорит, да. Окей, ладно. А Казанский отвез. Браться, конечно, с иностранцами немножечко сложновато, но уже потихонечку выучиваю тоже. Английский язык же есть. Садится машина, говорит, бразер, туда-сюда, Wi-Fi можно, типа. Говорит, да, no problem, брат, brother, no problem. У меня постоянно включен там на другом телефоне Wi-Fi. Вот. Я им говорю, 1, 2, 3, 4, 8, 6, 8, 0. Короче, от 1 до 9, до 0, точнее. Он говорит, good, thank you, bro, туда-сюда. Поэтому английский язык не помешает вам. Из Большой Полянки едем мы в Селезневскую улицу. 17 минут 9,3 км. И у него наличная оплата была. Я говорю, кэш? Yeah, кэш. 2 выстрела в грудь. И контрольный в голову. Павелецкий вокзал. Кто узнает это место? Ну, женщина, ну идите, я же остановился. Посольство КГ! Е-хой! А вон там впереди посольство Узбекистан! Наши братья, сестры. А вот справа от нас посольство Узбекистан. Погори... Чё? Пого... Погорельский переулок, короче говоря. А вот слева от нас бар этот. Здесь платная парковка. После этого знака нельзя стоять. Знак действует после. А вот камера стоит. Вот камера слева. И сзади тоже. Братцы, смотрите, что придумал Яндекс. Так, где тренировки? Блин, только что же было. А вот.
бесплатные тренировки, короче говоря. Можно и командой собраться, записываться надо не знаю куда, но сам факт, за суперфинал Белозаводская. Нет, до свидания. Так, блин, можно мы до конца посмотрим это? Вот, в Сочи за счет Яндекса можно улететь. Не знаю, может запишемся, нет, командой? Что думаете? Кто за? Есть активные люди? Смотрите, наверное, немногие знают это место. Это у нас Краснопролетарская улица. Запомните, видите, желтым горит. Но там краснота бордовая. Но там, блин, 150 секунд, что ли, светофор действует. Поэтому что мы делаем? Налево, вот здесь. Проезжаем по этой улице до конца. Потом направо. И потом на Цветной бульвар. Это как его? Самотечная улица. Правильно же? Самотечная же. Самотечная, да. В конце до трамвайной пути. Ну там реально, там конкретно вот начинает краснеть. Сейчас бордовым станет. Здесь мы быстренько шик-шик-шик. И там тоже быстренько. Так, здесь направо. Вылетаем до конца и направо, и все по бульварной. И мы в адресе, на адресе. Заказ, к сожалению, отменили, но сам факт поняли, да? Здесь вот до конца. Так, Малая Дмитровка. Из Большой Дмитровки на Малую Дмитровку. Ладно, берем. И здесь по выделенке можно ездить. Видите, там свободно. Знающие люди только здесь ездят. Вон, свободно. И раз на Цветной бульвар, и так далее, куда вам надо. Ну, тот заказ отменили, ну, ничего страшного. Коротышонок на 1,7 км. Как-то так. Ну, вот это, конечно, жестко сейчас было. Это просто дебилы. Понимаете, вот зеленое и вот красное. Камрюху въехал. Но я остановился. Я этому начал сигналить, но этот дурак поехал. Прям перед моими глазами, прикиньте. Слева хорошо, что я был. Просто это жесткая тема. Аж у меня руки трясутся. Если был бы я на его месте, то я бы, наверное, въехал бы в него. Так, заказы приходят конкретно туда-сюда, не останавливаясь. Пользователь отменяет, окей. Скидывают вот такой вот заказ. Шарик. Пока рано, к 10 часам, после 10 начнем туда брать заказы. Одним словом, пожалуйста, будьте внимательны, аккуратны. Перед моими глазами случилось ДТП. Еду на крайне левой, есть средняя полоса и есть правая полоса такси, там, где нельзя ездить, точнее проезжать, там знак висит кирпич, но таксист туда поехал, вот. Поэтому будьте аккуратны, пожалуйста. Этот таксист не увидел, просто по газам дал. Я увидел, начал сигналить этой Камри. Камрюха просто проигнорировала, придурок. Так, Космодеменская набережная, берем. Этот придурок вообще проигнорировал. Почему? Потому что там он увидел зеленый сигнал светофора, который не для него предназначен, светофор, понимаете? У него перед глазами висит светофор красным горит. А чуть дальше это для тех, кто выезжает из поворота, где мы ехали, направо. Для них этот светофор зеленым горел. А на Камре просто по газам. Я остановился, средний ряд тоже увидел, остановился. А
крайне правое, где такси съехал, он вообще не обратил внимания. Как бахнул. Камрюху жалко. Ну и людей тоже же. Камрюшка хорошая была. Ну там нормально. Перед... Ну, короче, поняли, да. Передок у него ушел. Поэтому будьте аккуратны, пожалуйста. И когда выезжаете с... Когда едете, там перекресток, мерекресток, мало ли, дебилов хватает, которые на красных летят, да? Может быть, и может и полицейский может пролетать, может и скорая может пролетать, и можно. Но опять же, да, под звук сирен. Поэтому все, берегите себя. Ну, там по-любому кто-то пострадал, потому что звук был такой бах. Короче, друзья, на этом, думаю, заканчивать смену. И сейчас быстренько залетим туда, быстренько. Так, мужчина. О, как цивильные люди. Но, все, погнали. Здесь 15 минут можно ставить. Короче, это у нас Swiss Hotel. Swiss Hotel. Знаете, мне ничего не жалко для вас. Смотрите, адрес, видите, Лотте Плаза, точнее быть, Лотте Отель, а вот это Лотте Плаза. Хорошо смотрим. Вот здесь, видите, Nice Price Cafe. Здесь поворачивайте на Каменная Слобода. Переулок. О, машинка уезжает. Окей. Но мы здесь можем встать бесплатно. Кто вам еще так подробно расскажет? Кто? Вы мне скажите, кто? Никто. Поэтому пользуйтесь. Пожалуйста. Сюда можете встать, там можете припарковать. Вот, вот семерка выезжает. Можно сюда встать, чуть дальше, вот здесь. Ну, я здесь встал, никому не мешаю. Пешеходы могут проходить. Вот. Здесь часто скидывают шарик, поэтому это любимое место бизнесменов и примерщиков, элит тоже бывает здесь. Поэтому, братцы мои, пользуйтесь. Не за что. Видите, вот этот Mercedes Sprinter. Видите номер? Номера какие? SS. Так, Ленинградский проспект. У меня активность мала.
активность мало. Я хочу шарик либо химки. Крутые номера, да? Короче, вот этот заказ взял клиника Чайка. Я его отфутболил, а потом принял. 12,18 минут, 1,16. КФТМ. Из Патрика. Ладно, возьмем, закинем и домой. По программе получается с этим заказом примерно 500 рублей чистоганом, если будет. Ну, будет, думаю, 1200-1300 там будет. Ну, вот, 4, 5, 6. 6 косых за 4 часа 40 минут. Ну, такое себе, ну, такое себе. Так, завершил тот заказ, получил следом химки 9 мая, хорошо, уверенно двигаемся, надеюсь, не отменят. Я в ту сторону еду. Алло, пицца? Алло, пицца! Как химки полыхает. Я прям в пекле. Все хорошо с аккаунтом. Шарик, проводник не зовет. Пистолет, ведь мы стреляем без ствола. 4 900 4 900 плюс 2000 5 6 6 900 7 тысяч за 5 с половиной часов. Как-то так. 15 активность, надо закрыть. Сейчас любой заказ возьму и отменю. Это уже другой день. Спустя неделю, наверное. Короче, машину помыл. Четко сделал, но дождь пошел, как обычно. Короче, я же объявил то, что я продаю машину, да? В объявлении выставил. О, свои коврики положил. Блин, грязные такие были. Чуть попозже помою. Объявился один человек. Потенциальный покупатель. Дико извиняюсь, то что ролики не выходят. Задержкой, точнее быть, сколько уже? 10, более 10 дней не выпускал ни одного ролика. Времени нет вообще. И снимать тоже как бы не хочется. Одно и то же. Не знаю. Так, через 5 минут откроется доступ. Просто закрывал смену. Вот, что я говорил-то. Вот переписка, пожалуйста. Сегодня должен приехать этот человек. Если он говорит все как в описании, да, без обмана, без всего, то он типа рассчитается сразу же. 3 500. Я ему сказал, последняя цена 3 500. Приедет, не приедет, я вот не знаю. Если приедет, то очень хорошо. Посмотрит машину. Машина такая же, как в объявлении. То есть ничего не добавлял, ничего не добавлял. Вот. Все рассказал, как есть. Вот. Какие косяки по лакокрасочному покрытию. Там скола, не скола. Поэтому машина такая, какая есть. Вот, описал. Приедет, будет очень хорошо. Планы грандиозные. Поэтому, иншаллах, буду надеяться, что после обеда созвонимся, приедет, посмотрит. Я думаю, ему понравится машина. Вот, по технике тоже все отлично. Я обе стороны шаровых, опоры шаровых поменял. С правой стороны рычаг поменял. Стойки стабилизаторов поменял на оригинал. Вот. Машина едет четко. Ну, то есть, и это... Ну, не тарахтит, не гремит. Все окей. Вот. Что еще по машине? Единственный минус этого пола как красочное покрытие. Все. Ну, и по ДТП, да. Посмотрим, приедет...
приедет, посмотрим. Буду держать вас в курсе. Сейчас я своего постоянника привез в Москва-Сити. Будем работать. Короче, я каждый вечер закрываю смену по активности, потому что я не могу удержать активность. Я просто тупо отменяю. Но и из-за этого я, как вам сказать, хороший заказ получаю в сторону дома. Иначе никак. Как-то так. Все, всех обнял, поднял. Три минуты уже болтаю с вами. Иншаллах, чтобы я продал машину. Продам чуть попозже. Объявлю, что да как. Ну, подпишитесь по-братски. Поставьте лойсы, лайки, пальцы вверх. Комментарии напишите. Где мои подписчики? Друзьям скиньте, скажите, о, братишка двигается. Все, короче, давайте, сделайте красиво. Неделю, наверное, не был в фитнесе. Блин, машину вчера так прям вылезал. Просто сегодня покупатель должен приехать. Но пока что тишина. Вот, вылезал полностью. Ночью дождь пошел. Представляете? Надо потренироваться плотненько. Если этот покупатель не заберет машину сегодня, то, думаю, другой человек заберет. Машина хорошая. Я же говорю, я неделю не ходил. Чуть больше даже. Вот эту девушку из центра забирал. Представляете? Домой включился под утро. Она бухая просто. Она бухая. Пьяная. Она еще кепку забыла. Потом я ей вернул. Вот это совпадение. Она здесь работает. Бассейн обязательно пойду. Сейчас побегаю чуть-чуть. Десять минут, полтора км. Для начала пойдет. На улице и так воздуха нет. Помещение, ну такое. Прохладно, но все равно. Сейчас пойдем качаться. Нормально так приподнял. 300 грамм скинул. 76 долларов. Повторюсь, братья, если вы планируете купить абонемент в фитнес-клуб только с бассейном либо с баней, если два, то есть бассейн и баня, то будет вообще шикарно, как у меня. Просто с кайфом поплавал, потом в бассейн нырнул. Ну что ж, после обеда договорились, что он позвонит, что к чему, там обсудим еще, и типа приедет, посмотрит, заберет машину, он сказал. Ну, пожалуйста, да? Я уже показывал. Вот, не звонит, не пишет, ну, фуфломет, значит. Ну что, до вечера посмотрим? Вот. Для вас это одна секунда, для меня 3-4 часа, наверное, посплю, отдохну и вечером выскочу, если этот человек не приедет, не посмотрит и не заберет машину. Как-то так. Для вас секунда, для меня 3-4 часа.
Короче, друзья, смарт-магазин. Водичка стоит 14,90, ну 15 рублей, 0,5. А вот эта водичка стоила 14 рублей в чижике. Чижики, они заканчиваются очень быстро, поэтому в смарте постоянно есть, потому что это их фирменная вода. Не знаю, не за что, наверное, за такой советик. Пау! 55 минут, 3200 из терминала D. Так. Резюмирую. Правильно же? Этот человек слился, или как правильно описать? Он купил другую машину. Вот, пожалуйста, скриншоты. Считайте. Вот. Хотел приехать сначала... А, нет, нет. Он говорил то, что поедет за Audi смотреть, а потом ко мне. Ну, он не стал ко мне ехать и купил Audi. Это его право. Все, что не делается, все к лучшему, друзья. Поэтому будьте, не знаю, не то, что будьте, а знайте, то, что все, что не делается, все к лучшему. Поэтому не будем отчаиваться. Найдется покупатель, я надеюсь. Не продаться, то буду кататься. Не то, что добивать, а выкатывать, так сказать, эту машину. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И спасибо вам большое за терпение. Вот я понимаю, что видеоролики редко выходят, да? Последний раз я заливал, наверное, недели полторы назад. Ну, то есть уже более 10 дней прошло. Поэтому всем спасибо за понимание. Вот. Всем удачи, всем пока. Хотел вот такой вот прекрасный вид показать, но вот здесь какая-то болото. Тесла поплыла. Российская Тесла. Ну, короче, вы поняли. Короче, все. Прекрасный вид. Москва-река. Нагатинская набережная. Вообще мне нравится теория про то, что... Ну, теперь на этом точно все. Всем удачи! Вот эта лайба продается. 3 500 000. Кто готов, забирайте. Последняя цена. Состоянию знаете. Пишите, звоните. Все, всем удачи, всем пока теперь.